20 апреля 2017 года. Идет сильная пурга, метель, снег. Как вы рады этой погоде? После Пасхи. Как? Нормально. Наверное, предвещало это всему, это сирен на днях была. Не знаете об этом? Нет. Это, может быть, вот и предвещало эту погоду, сирена. Как вы думаете? Как считаете? Я не связываю. А? Я не связываю. Не связываете? Нет. А с чем тогда это связано? 20 апреля, вот считайте. Никогда такого не было. И 1 мая бывал снег, вот у меня на память. Но 1 мая не метель была, а это сейчас натуральная метель ведь, правильно? Да. Просто на. Я думаю, что это небесная канцелярия. Небесная канцелярия задумала это, да? Ну, спасибо. Девушка, радует вас эта погода? Очень. Очень? Да. Серьезно? А если по-хорошему? Ну, часто вы видите такой снег в апреле. Да? 20 все-таки апреля? Да. Вот, 20 апреля, я скажу, после Пасхи это все происходит. Понятно. Не что ли, не предвещать ли, чтобы это событие, как бы вам сказать? Да ничего, нормально. Нормально? Да, русская погода непредсказуема никогда. Бывает плюс 20, бывает 0 со снегом, со снегопадом. Так что. А не факт, что на днях предвещала сирена у нас в городе? А, вот ну, этому ну, всему событию, а? Да ну ладно. Нет? Не верите в такие вещи? Не верите, да? Не, не, не. Ага. Ясно, спасибо вам. Вы верите? Я? Да. Ну понимаете, во что-то можно верить, во что-то и нельзя. Ну правда, это шутка, я хочу сказать. Вот, апрельская шутка, может быть. А ведь весь апрель, ничему не верь, так скажем. Да? Да, только сегодня не первое. Но все равно, я сказал, весь апрель, ничему не верь. Ну, вот вот ну, так вот. Люди всяко выражаются об этой погоде. Ну, что скажу еще? Будем ждать, надеяться на лучшее. Погода в России непредсказуемая. Вот. Да, женщина? Погода в России непредсказуемая, правильно? Да. Ну, и хорошо. Ну, вам нравится вот эта погода? Снежок как бы? Тоже хорошо. Ну, ясно. Всего вам хорошего. Христос воскрес! Как вы относитесь к этой сегодняшней погоде? Плохо. А? Плохо. Да, вот все ждали уже, вот-вот уже, считайте, Пасха уже прошла, считай. Да. Вот, 20 апреля, и вот на тебе, прям и холод, и снег такой, вообще ужас, вьюга, пурга даже, да? Да, я прям еле-еле встала. Прям с ума сойти. Как разбить телегу. Да. Очень плохо, значит, у нас что-то творится за последнее время, в небесной канцелярии особенно, да? Ну, вот. И в небесной канцелярии. А, наверное, в космических войсках что-нибудь происходит. Что-нибудь в космосе буерозит за последнее время, да? И вот это все и происходит, правильно? Откуда я знаю? Я не лезу никуда. Ни в какие эти. Космос никуда. Нет, это понятно. А зачем вам лезть в космос? По телевизору посмотрите, что происходит. Или вы телевизор тоже не смотрите? Смотрю. Смотрите телевизор? Да. Ну ладно, Христос воскрес! 20 апреля. Снег идет. И я иду по снежным тротуарам. Но я уверен, снег, пурга пройдет. И все вернется вновь весне по праву. Вот и все.